Давайте пройдемся дальше, что мы можем еще здесь делать. Help, это понятно, help section. Если у вас что-то не работает, вы можете сюда обратиться, почитать и исправить вашу ситуацию. Accessibility. Voice View Screen Reader. Что это такое? А, это оно будет воспроизводить то, что будет указано на экране. Ну, это, наверное, для слабовидящих. Unable to use of gestures to maneuver. Ну, давайте. Что такое? Learn more. Хорошо. Что-то не читал. The action you are attempting will result in... No. Ну ладно. Что там написал, надо почитать. Окей. Переключаем. Triple tap screen to start or stop modification. А, zoom level. Хорошо. Окей. Все, супер. Что там? Два, три, три. Ничего. А, не то. Color may affect performance. Color inversion. А, инверсия цветов. Color correction. Можно даже настраивать цветовую гамму. Нет, не будем. Мне и так нравится все. Preferences. Текст. Small. Вау, тут еще можно настраивать текст. Хорошо. Размер шрифта. Color. Font. Супер. Casual. Sans Serif, вот так вот. Мне нравится этот шрифт, подождите, хотя... Casual, Default Screen, Sans Serif, нет, давайте, пускай так и останется. Так, Edge Style, Noun, не знаю, стиль какой-то рамки, Background Color, Window Background Color. Ага, Amazon Web Setting for Caption, не знаю. Окей, так и оставляем. Show captions for Alexa responses when available. Alexa captions. Взаимодействовать с Alexa с помощью касаний. Это как? Не знаю. Давайте попробуем, что это такое. To get started, tap on the button from any screen. You can always... А, что это будет? Вау, что это? Понял. Вот такой вот еще может быть под меню. Music, traffic, movies. Окей. Here are a few movies playing near you today. Scrooge, Downton Abbey, Friends 25th. The one with the anniversary. Окей, хорошо, можно удалять. Супер. Все понятно, да? Выбираем. И взаимодействие с помощью... Без помощи голоса. Не знаю, что это такое. Ну, в общем-то, вот такие настройки. Так, fuck, device terms, safety compliance. Здесь где-то, скорее всего, что стоит галочка какая-нибудь отправлять данные Amazon Alexa. Мы это все, конечно же, должны убрать. Зачем нам засирать трафик, так сказать. Так. Вот. Ну, в общем-то, все почитали. Прекрасно, ничего нету. Хорошо. Вот такое чудо устройство, ребята. Достаточно много времени заняло для того, чтобы настроить, разобраться в настройках. Самое главное, что мне здесь нравится, это вот что. Alexa, play Van Halen. Here's a station for you based on Van Halen on Amazon Music. Вау, это супер!
интересно, можно ли проматывать вперед, назад. Супер, мне нравится, ребята, вообще классно. Когда воспроизводится песня, можно смотреть слова, можно выбрать меню и поставить паузу, поставить лайк, переключить на другую песню. И она вам будет воспроизводить те песни, которые, в принципе, похожи чем-то на ту, которую вы первую спросили. Класс. Супер. Alexa, play rap. Супер. Alexa, play Beatles. Супер. Alexa, play video Beatles. Playing top results. By the way, fake search is currently on. To turn it off, go to device settings and select restrict access for web videos. Понял, то есть restrict. Супер, вы даже можете просмотреть. О нет, это вообще класс, ребята. Супер. Вы можете смотреть видео на этом устройстве. Alexa, пауза. Alexa, play. Чудесная вещь, я вам скажу. Alexa, play video YouTube. Говорит, вы можете запретить использование. Кстати, использует Bing для того, чтобы найти видео и воспроизводить видео. Bing, не YouTube, а что-то из Bing она подкачивает. Ну, я имею в виду, что поисковик не Google, а Bing от Microsoft. Alexa, play video Van Halen. Что это? Супер. Вообще класс. Это какая-то обработка какими-то мучачами обработали Ван Хелен. Ну что ж, хорошо. Если нажмем сюда на кнопочку, загорается вот такой вот экран, и Alexa перестает слышать и видеть нас. Alexa. 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 Ну, она нас не слышит, короче. Alexa, play video Metallica. Playing top results. Кстати, это скорее всего, что не Bing, а из Vimeo. Оно что-то тут сосет. Да, ребята, класс. Мне нравится эта штука. Ничего себе, мы можем еще... Супер, мы можем заходить в Vimeo, вообще заходить, по сути, в браузер, что ли? Угу. То есть оно подтягивает видео из Vimeo. Так. Cookies. Ну что ж, давайте попробуем зайти вообще в какой-нибудь браузер. Так. Так, мы можем здесь выбрать что угодно. Даже найти. Можно даже писать. Ван Хален.
Когда-то у меня было устройство подобного плана от Sony. Там была какая-то операционка, очень древняя, непонятная, что... Там так не хватало вот этих всех фишек. А здесь, пожалуйста, все что угодно. Van Halen. Sorry, video found on demand. Почему так? Ага, что это такое? Ух ты, хрень какая-то. Пипел какие-то. Ну, Van Halen. Угу. А, это Van Halen в Vimeo. Japanese. Что ж, интересно. Угу. А, вот, пожалуйста, вам то, что есть в Vimeo. Так, а если мы, знаете, что сделаем? Так вот мы сделаем. О. Так, это нафиг. Значит, мы перейдем в Vimeo. Переключимся на... Десктоп сайт. Так, по сути, мы попали в браузер. Но только почему-то браузер Vimeo. Ну, то есть тут ты не можешь выбрать что-либо. Ничего. Что такое open? Vimeo. Get. Что за get? Ну, в общем-то, и ничего не происходит. Угу, хорошо. А если мы таким же образом поступим и скажем Алексе открыть YouTube? Алекса, open YouTube. Echo Spotty can't launch apps on. Алекса, open YouTube video. Sorry, I'm not sure about that. Ага. Хорошо,